Ну, а, значит, название предыдущего проекта мне еще не придумано, это называется «Дежавю». Это альбома, да, «Дежавю», да, конечно, да. Значит, ну, правильно, мы понимаем, уже виденное, да? Да. Значит, для меня... уже слышанное там будет? Нет, для меня «Дежавю» — это нечто, что может тебе показаться уже знакомым. Так. Конечно, можно к этому придраться, типа, что можно взять, понаворовать мелодий, понаписать на них других текстов и сказать, вот «Дежавю». А для меня дежавю – это то, что ты видел в прошлой жизни. Это аллюзия. Есть такое понятие. Я был с позором выгнан и также с честью восстановлен в консерватории в Одесской. Выгнан с диагнозом «петь никогда не будет», восстановлен с честью, потому что и уже будучи 2 года в Одессе, когда уже пел. Это я говорю к тому, что для меня дежавю – это, может быть, нечто то, что ты видел в прошлой жизни. Я верю в прошлую жизнь. И есть понятие аллюзия. Аллюзия – это что-то, пропущенное через себя. К этому прибегали Моцарт, к этому прибегали Чайковский. То есть ты услышал произведение, которое тебе очень понравилось, и ты не стал воровать его ноты или гармонию и придумывать свою, а описал свои ощущения, которые ты испытал. Так вот, это дежавю от, наверное, этих 3 лет. Есть очень много разных моментов, которые можно использовать, для, то есть, достижения вот этой вот цели, против которой я высказался. Там, включив песню, зажечь какую-нибудь ароматическую свечу, поставить 3 розочки, организовать стол, причем, чтобы этот стол был просто, не знаю, посреди проезжей части, к примеру, ну, образно говоря. Друзья, не нарушайте правила ПДД. Давайте возьмем крышу дома. Просто на крыше обычного дома или на стройке, посреди стройки, с магнитофоном и включить песню Доминика Джокера, песню о любви. И я уверен, что сам Доминик Джокер, кажется, не прав в своем высказывании и ошибется очередной раз. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».